сборках десяток началось строительство нового дома культуры. В поселке появится трехэтажное здание площадью около 6000 квадратных метров, в котором будут спортивный, концертный и кружковый блоки. В трех зонах разместятся спортивный выставочный зал и киноконцертный зал на 400 зрителей, кафе, библиотека, художественная мастерская и многое другое. Строительство планируется завершить в четвертом квартале 2020 года.